50 лет назад без свадебных нарядов, марша Мендельсона, шампанского и фотографов прошла регистрация брака Лидии Александровны и Юрия Борисовича. Да и не принято было в то время устраивать пышные свадьбы. Вместе пройти столько лет по жизненному пути – задача не из легких и по силам лишь мудрым и любящим людям. 29 декабря в здании Конаковской городской администрации поздравил супругов Смирновых с золотым юбилеем глава города Валерий Викторович Максимов. Значит, разрешите вот от нас всех поздравить вас с такой значимой датой в вашей жизни, выразить вам огромную благодарность за то, что вы вот сохранили, значит, на долгие годы те чувства, которые 50 лет назад вы испытали друг другу и принесли свою семью, значит, сквозь эти все невзгоды. Вы являетесь примером для нас, примером для многих конаковцев, на которые, я считаю, должны равняться. За плечами полвека совместной жизни. Ни один пуд соли съеден, выросли дети, подрастают внуки. Но на лицах этих людей до сих пор можно увидеть ту нежность и любовь, которую они сумели пронести сквозь года. В честь вашего юбилея мы вас поздравляем и подарки, да? Да. Да. От следующей. Да. От всей души поздравляем. Однако на этом торжественные речи в малом зале городской администрации не закончились. И чуть позже главой города и руководителем физкультуры и спорта были отмечены достижения юных конаковцев. Не так давно в городе проходил ежегодный конкурс «Снеговик», в котором дети вместе с родителями создавали удивительные снежные фигуры. Ребенку главный подарок. Конечно, а сейчас не мучайте. Сладко. Да, тебе. Опа. А, уже все понятно. Это третье место мы ждем.